знаете, есть что-то общее между нашими странами, в первую очередь, это, конечно же, наше детство. Итак, вспоминаем свои 10-12 лет, когда ваш день рождения празднуют ваши родители со своими друзьями. Но настоящее веселье царит в отдельной комнате, где накрыт отдельный стол для именинника. Смотрим. Взрослый, короче, можно спать и выпить. А это тебе.
Давай, твое здоровье. Друзья, вот почему всегда так? Этот вечный конфликт отцов и детей. Да еще сам Тургенев. Мы родные люди, знаем пароли. Это знакомые слова домой. Дорогие друзья, к чему вы показали этот степ? На самом деле родители очень часто забывают о том, что день рождения — это самый настоящий праздник для ребенка. Это самые настоящие и самые главные эмоции. Поэтому не забывайте дарить детям самые настоящие эмоции и самое настоящее счастье. Ну или хотя бы так. Команда «Хоккей в жизни» на сцене, спасибо большое.